У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Эти люди должны трудиться над укреплением своего характера, заставить себя преодолевать собственные слабости и нерешительность, поверить в себя. У владельца этого имени очень явно проявляются такие внутренние качества, как независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Как Солнце является центром нашей Солнечной системы, так и эти люди всегда оказываются в центре внимания. Ярко выраженная индивидуальность не позволяет им оставаться в тени событий. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.